вы смотрите новости онлайн. Известная пара отпраздновала важный день – 6 месяцев начала отношений. Недавно в своем микроблоге Дмитрий Тарасов опубликовал новый снимок. На нем футболист «Локомотива» был запечатлен вместе со своей возлюбленной Анастасией Костенко. Пара отпраздновала важную дату – первые совместные полгода. Судя по всему, футболист отправился в романтическое путешествие вместе со своей избранницей. В данный момент пара находится в Дубае. Один из вечеров Тарасов и Костенко провели в дорогом ресторане, где и было сделано фото. Пара держалась за руки и счастливо улыбалась в объектив. В комментарии к снимку Тарасов поблагодарил избранницу за лучшие полгода. «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные 6 месяцев», – обратился к возлюбленной Дмитрий. Поклонники оставили неоднозначные комментарии. Большинство поклонников Тарасова порадовались за него и пожелали паре счастливой семейной жизни. Однако нашлись и несколько поклонников Ольги Бузовой, бывшей жены Тарасова, которые не скупились на едкие комментарии. Впрочем, футболист оставил их без внимания. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!